Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, и кому интересно такого рода видео, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Как всегда в начале месяца я раскрашиваю много по номерам, и в этом видео я начинаю цветовой квест «Города» раскрашивать. Сейчас покажу, что мы с Оксаной здесь выбрали. Так, сейчас скажу, что это будет. Это будет вроде как Кёльнский собор, Германия. Я уже нанесла контур. Ну, у меня просто было тут свободное время и желание. Я сделала контур. И сегодня уже на видео пораскрашиваю. Ну, так как линии, соответственно, тоненькие, их плохо видно, и красить на камеру проблематично. Фломастеры у меня здесь из Ашана, вот эти с птичкой, которые двусторонние. Это фломастер марки «Каждый день», и вот это из «Фикс Прайс» 56 цветов набор. В общем, если вам интересен процесс, оставайтесь со мной, не переключайтесь. Начну с желтого, хотя обычно я с этого цвета не люблю начинать, потому, во всяком случае, на камеру красить, потому как бывают всякие проплешины, но этот фломастер классный, поэтому, думаю, такого не будет. Ну, я так штатив поудобнее поставила, и рисунок ко мне гораздо ближе. Ну, коричневый, так, точнее, бордовый. Здесь не очень хорошо мне видно, но вот это вроде я крашу правильно. Это фломастер марки «Каждый день». И тут. Теперь Ашан с птичкой фломастер. Черный цвет. Что-то мне кажется, он как-то заканчивается, но этот фломастер у меня давно. Оранжевый. Вообще отличный, даже вот этот тонкий пишущий узел, он такой, все равно не полосит, бумагу не скатывает, классный. Ну вот сейчас немножко пораскрашиваю, мне так нравится этот процесс. Почему-то я ждала, когда уже можно будет все это раскрасить. Нет, ну можно было и раньше красить, у меня просто не было времени. Я все подготовила и ждала, когда наконец-то руки дотянутся снять. Не знаю, бывает такое, какая-то раскраска идет тяжело, а потом вдруг снова легко. Иногда от чего-то даже неплохо отдохнуть какое-то время. Так. И теперь фломастер из «Фикс Прайс». Ну, кстати говоря, тоже здесь неплохо ложатся. Более. За кадром я еще пораскрашивала. Ну, вот столько успела сделать. Здесь, конечно, уже фломастеры из «Фикс Прайс». Они полосят, но я, правда, старалась делать штрихи побольше, ну и так далее. В общем-то, где-то даже вот... Вот тут нормально получалось. Ну, в принципе, тут уж ничего не поделаешь. Фломастеры, они и есть фломастеры. Хотя, вот я говорю, вот эти вот не полосят и очень даже прилично ложатся на бумагу. Но набор, к сожалению, довольно-таки маленький. Ладно, я сейчас это все по традиции отнесу на кухню. И буду там между всякими домашними делами раскрашивать. Так, это я напрасно, конечно, закрыла. Нужно туда фломастеры вложить, хотя еще здесь не все цвета. Ну, пока и этого хватит. А сейчас я хочу не по плану пораскрашивать.
А не по плану у меня «Мир цветов» Джоанны Бесфорд. То есть я как-то в апреле и немножко в мае двигала «Айви» чернильная бабочка. Ну, а в этот раз я решила «Мир цветов» пораскрашивать не по плану. И будет у меня вот такая рамка. Тоже, как и в «Айви», я буду раскрашивать акварелью, так и быстро, и симпатично. Вот, ну, потому как в качестве карандашных иллюстраций у меня довольно много раскрасок, поэтому пусть здесь будет акварель, так хотя бы раскраска будет двигаться. Акварель, конечно же, будет детская. Как всегда, побрызгать акварель, любимое дело. Ну, и начинаю с листочков. А в этот раз я буду использовать зеленый оттенок, который мне не очень нравится. Ну, вот я имею в виду вот этот светлый. Он у меня в меньшей степени идет, потому что не очень естественный, хотя в сочетании с другими оттенками он даже неплох. Но вот я и буду использовать, потому что и любимые цвета здесь подходят к концу, и будет хорошо, чтобы как-то эту палитру перед тем, как я буду покупать новую, эту как-то хорошенько позаканчивать. Ну, это будет неплохо. Надо к этому стремиться. Что-то у меня как-то сегодня раскрашивание акварелью не задалось. У меня даже сегодня, в принципе, раскрашивание не задалось. Видимо, потому что не спала ночь. Но видео снимать надо. У меня сейчас еще на кухне холодильник размораживается, вернее, морозильная камера. А когда не выспишься, каждый звук раздражает. Я прям там лед откалывается. Мне аж... Ой, как меня коробит. Я и так-то люблю тишину, а вот когда не выспалась, то вообще каждый шорох бесит. У меня, кстати, и собакен очень любит тишину, покой. Он не любит, когда там дома музыка или на улице кто-то орёт. Ему нравится, чтобы было тихо, мрачно и тепло. Вот это сочетание мне очень нравится. Розового и желтого. Я все цветы так раскрашу. Но вот листочки будут разные. Нет, но цветы имеется в виду вот эти, потому что там еще несколько видов. С обратной стороны все хорошо. Результат мне не очень понравился, равно как не понравился сам процесс, потому что я плохо вообще ночью спала, там нервничала. И сейчас меня не то чтобы срубает. То есть мне вроде бы как нормально, но я понимаю, что как-то у меня внимание это рассеивается. И я пару раз, я когда акварелью красила, я здесь и здесь испачкала. Причем так основательно испачкала, то есть я где-то что-то развезла. И сама не заметила, как именно. В итоге я подумала, что здесь пусть будет синяя сухая пастель, ну, голубая. Потом мне не понравилось, хотя сначала мне идея, что она будет только здесь, понравилась. Потом я смотрю, как-то не очень, и я стала вот здесь салфеткой еще наносить сухую пастель, брала как бы лишний пигмент отсюда и разносила здесь, чтобы побледнее было. Вот, причем я так намеренно заходила вот на цветы, на листья, но это, кстати, хорошо. Вот, и потом просто все-все-все прошлась салфеткой, растушевала. Ну, более-менее, но вот, к сожалению, вот эти пятна, ну, что поделать, и бумага здесь не очень хорошая, по крайней мере, сухая пастель мне не нравится, как здесь ложится. Вот если совсем близко так смотреть, то вообще не нравится. Хотя обычно эта пастель ложится хорошо. Вот. Ну, наверное, все-таки буду здесь красить реже, но карандашами. Потому что, вот, например, здесь большие пространства, но я вот думаю, чем красить.
Не, ну что-то явно будет акварелью. Ладно, посмотрим, может, действительно это сегодня какое-то такое настроение. Не очень надо будет еще проложить обязательно пергаментом. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи, пока-пока!